Итак, всем приветульки! Сегодня мы с Пандем будем делать обзор на, ну, на как попасть на ферму друга, ну, вы все знаете, и как с ним на ферму встретиться, если он есть там. Так вот, сейчас я вам покажу, но я не буду ходить на Лизину ферму. Вот это, если что, моя ферма. Кто хочет, проходите. Бараненький. Мой код. А ты не забыл баранинку? Пожалуйста. Мой код. Мой код FQIAVV. И... Вот, Лиза за свой второй аккаунт играет. И вот смотрите, чтобы телепортнуться на ферму и чтобы вы видели своего друга, вы должны нажать сюда. Посетить ферму друга. Потом, если он там есть, то телепортнуться к нему. А если это у тебя? Понятно. И дальше вы можете с ним встречаться, но на его ферме ничего не можете изменять. Только он сам, а у вас это изменится. Лиза, что ты делаешь? Интересно, почему у Лизи дракон не отображается? Так-с. Пока что посажу куриц на яйца. Настя, я потом поменяю на усос на четверти. Какую садить на яйца? Давайте вот эту. Да, давай. Лиза, что бы там у тебя ни было, то закрой это. Они убегают. А, точно, она сидит и я. Она яйца высиживает? Лиза. Стой. О! У Лизы загрузилась? О, боже. Так, жаль, что тут здесь есть дракон, но на ферме надо самим работать. Специалист похожа на Астрид. Говори громче, Лиза. Ты похожа на Астрид. Я не похожа на Астрид. Ну да, у меня одежка немного похожа на Астрид. Лиза, с такой одеждой, как у меня, сейчас выйду. Вот. Вот с такой одежкой вам можно ходить в холодные пещеры в Арктике. Я ее с помощью квестов получила. Мне ее кто-то дал. Короче, что же мы с вами будем делать? Напишите в комменте, какому... Ладно. Так, напишите в комментиках, какого друга ферму моего вы хотите посетить. И еще, хотите ли вы Лизину в первую ферму, ну, первого игрока, или Лизину вторую ферму второго игрока? Не забудьте, это я не Лиза, а Фрайда. Ну, думаю, мы с вами тут еще что-то изменим. Давайте... О, курица уже снесла яйца. А я лучше пока, поменяю дракончика. Это еще высиживать будет 22 минуты. Лиза, поменяй дракона. Где моя узахнет? Вообще, вот она. Она новая свое чудовище меняет. Ну, наверняка у вас еще есть всякие вопросики. Например, как я накоплю время? У меня потерялось ужасный чудовище. Где он? Это ужасный чудовище? Не знаю. Это человек без дракона. Это викинг. Надо купить, понятно. Давайте кого-нибудь еще запустим к овечкам или курочкам. Напишите в комментах, кому запустить овечек или курочек запустить. Я не думаю, что у меня гемсов хватит. Так, давайте немного даже обустроим все. Вот это у меня грузится очень долго, и я не знаю, что это. Да, я, наверное, потеряла своих двух. Давайте побольше делаем такого вот. Побольше. Все будет так вот стройненько. Так, я уже хочу свою ферму. А то я тут потеряла дракон. Так. Больше нету. Я посмотрю на своих овечек, они все там. Хорошо с вами. Короче, какие у меня есть друзья, и если они будут играть, то... я их посещу, если вы хотите. Сейчас только один друг онлайн, это Лизочка. Offline Friends. Вот Фанкейк, знаете, кто это? Фанкейк, это моя подруга из реальной жизни, и она английская.
Фанкейк, она, у нее есть членство. А это, сейчас, Лизен Каша, это еще один Лизен, Лизен аккаунт, но самый первый. И у нее там змеевичок. У нас когда мы накопим на летающий костюм? На летный костюм? Я особо не коплю-то на летный костюм. Я коплю гемсы на 7 дней мама брэншип. Потому что это за гемсы, а не за реальные деньги. Потому что нам не разрешают. И если вы захотите вдруг купить по своей же воле, то вот это очень нудно. Поняла. В общем, еще и нельзя там мне, пароли. Мне нельзя тоже покупать. Я просто смотрела. Покупать мне нельзя, типа. Там уже какой-то платежный пароль. У меня нету в Яндекс деньги. У меня там нет. Поэтому мне не судьба. Буду копить на 7 дней. Ну что это такое? А это что такое? Люди, напишите в комментиках. Что это? Я на сама. Фиш! Ловить рыбу. А что это? Это фиш. А, это опять членство. Ну до свидания, задолбали. А мне честно, а как она накопила? Она скрила. Она скрила? Она не копила, она членство. У меня за реальные деньги, я забыла. Угу. Так, как думаете, что еще поставить? Барана? Нет, барана я не хочу. Пусть ребята сами в комментиках напишут, курочек или овечек. Мне кажется, и то, и другое милое, но вы напишите. Потому что все они миленькие. Лиза, куда ты делась? Я пошла в свою. В свою ферму пошла? Ах, блин. А сейчас я вам продемонстрирую, как просто навестить ферму друга на самой себе. Там я вам просто показывала, но, наверное, вы не поняли, так что я сейчас вам продемонстрирую на себе же. О, ты ко мне к баране. Угу. И потом не забудь стоять на месте, потому что я же что это было? Ты кто такой? А то я тебя съем, зомби. Зомби-цунами. Так, окей. Вот, типа, лизинка ферма первого игрока, второго игрока. Я не помню, что. Вот у нее есть одна овечка. Лиза, пожалуйста, постой на месте, я телепортнусь к тебе. Так. Вот, типа как-то. Панкия. И мы телепортируемся. Да, друзья, телепортируемся. У Лизы я уже показана, а у меня Лизочка не показана. Пандю, вот, если я вижу, вы спросите, почему я ее называю Пандю. Ответ, у нее куча прозвищ, в том числе и Фаня. Но ее зовут Флай Дафна. И она в таком же плане, как я, которую я создала на аккаунте мамы. Вот сейчас посмотрим, что Лиза будет ставить и куда. Сапожек из Вали. Тут, как, если вы заметили, то у меня там был сапожек из мультфильма Вали с растением. Мне кажется, это отсылка на Вали. Ты не поставила еще. Потому что у меня этого не видно. У тебя не видно. Так, жаль, что советчик. Ничего нельзя сделать. Ладно. Кстати, на фермах, неважно, на вашей или не на вашей, можно ловить рыбку. Поставила эту штучку. А спросите мне на рыбачью рыбу. Нет, это за реальные деньги. Только зарегистрированные. Зарегистрированные. А мы с Лизой зарегистрированы. Это что, в членстве зарегистрированные? Ответь мне, девка с такими же волосами по форме. Ладно. Лиза сейчас будет ставить кострище. Вот, я уже вижу кострище. Тут два кострища.
Два кострища, вот. Это самая красивая. Вот я. Ой. Ой. Это другое кострище, а где то кострище, которое ты поставила? Его просто не вижу здесь. Я его не вижу. Пунка. А она ничего не делает? Ничего. Она ничего. Попробуй какой-нибудь другой предмет поставить, и я его пытаюсь увидеть. Так. Вот, изменила я целочку. Валли. Из Валли? Да, все. Он рядом со мной. Рядом со... Вот это я вижу. Интересно, почему-то я не видела. У нас теперь у двоих растения в ботинке. Кстати, тут можно еще... Она милая. Эй, я кого сказала? Нет, на домике залезать нельзя. Я просто сейчас хотела проверить. Вот это какая-то смешная статуя викинга. Не знаю зачем. Ну, просто такой декорчик. Вот тут я не знаю вообще что. Вот по идее, вот тут восклицательный знак, значит, должны давать какой-то квест. А почему не дают квест? По ферме, может. Мне кажется, мы... Пандю опять делает декор. Жаль, я не могу на твоей ферме делать декор. А это что? Экспансион. Нет, только одна сейчас ферма. Сейчас ты видишь летающего, да? Какого летающего? Это дракона. Драконы. Какие драконы? Это я. Этот у меня не отображается, Панди. Это такой декор у меня не отображается. Потому что он двигается. Потом после видео посмотрю. На декор дракончика. Стоп, ты сказал декор дракончика? Да. Ух ты. Я тоже себе поставлю. А ты это купила или у тебя уже было? У меня здесь просто. Уже было, значит. Так ты, я куплю. О, второй дракончик декор. Второй дракончик декор. Я почему-то декорчики не вижу. Сейчас, стой. Я попробую еще раз телепортнуться. Стой, пожалуйста, на месте. Я попробую еще раз телепортнуться. Может, это поможет. У меня этого нет. Ладно. А у меня дракончик, второй дракончик. Второй дракончик — это Громель. Я не знаю. Как? Покажешь со своего телефончика. Ой, бегусики. Это рядом с поселами. Вот так. Окей, это змеевичок. Лиза, ты меня видишь? О! О, да. У него ножки еще тикают. Ножки? Ножки, ножки. И, ну, если вы захотите... Ты проходил через него. Да, потому что у меня он не отображается. И, ребята, если вы хотите, я сделаю обзор на Ice Caves. Если вам интересно, кто не был, их никогда не видел, или у кого вообще нет Арктики, я вам покажу обзор на холодную пещеру, только сейчас мне почему-то туда нельзя. Ну, это, наверное, зависит от соединения с интернетом. И это все из-за этой юбки. Какой юбки? Которую у тебя нет. Это обычная юбка. Кстати, этот костюм немного напоминает костюм Астрид. Я типа такая Астрид хожу. Ой, как я это сделала? Ладно, давайте с вами порыбачим на наживку, которую у меня нету. Значит, порыбачим просто. О! Да, точно! Это же это моя... от моей молодой курочки. Что ж я буду яички тратить? Экологически чистые. А, точно, я у тебя на ферме, у тебя нет куриц. Ну, посмотри, вдруг у тебя есть курятник? Курятник. У меня только дровичек за. Нет, ну, в декоре. У меня два таких человечка. Два. Посмотри в декоре, у тебя есть? Вот здесь? И, кстати, вы можете также телепортироваться к нам с Лизой на фермы. Эти фермы вам кажутся круче. Если вы захотите телепортнуться, напишите в комментариях во сколько. Я в это время буду на ферме и действуйте по моему методу. Я еще Панджу приглашу, и у нас будет, типа...
такая, ну, немного встреча на ферме, типа такая. Типа фермеры встречаются, или даже, может, не фермеры. Да, тебе хочется быть одежда, как у меня? Одежду, как у тебя, нет. Я хочу еще ходить в холодные пещеры. А хочешь что? Вот это кусочек. Кстати, на телефоне игрокам немножко даже повезло, потому что они могут, наверное, обычно ходить тихо. Ну, а нам не очень-то повезло. Так. Ну, да. Ладно, думаю, это видео пора заканчивать. И, обнимашки, ставь лайк, подписывайся на канал Инспон, и всем пока. Пока-пока.